Доброго вечора, в ефірі програма «Тет-а-тет», програма, в якій на вас чекають цікаві зустрічі з цікавими людьми. Сьогодні у нас в гостях прийшла до мене на «Тет-а-тет» Надія Іванова. Надія, вітаю вас. Добрий вечір. Надія Іванова – депутат Миколаївської обласної ради, директор сільськогосподарського підприємства «Золотий кулис», мама трьох дітей, одружена більше 20 років. 16 була виключена зі школи. Зараз витрачає в рік майже 1 000 000 гривень на благодійність. Скажите, є таке твердження, от психологи говорять, що життя чоловіка, його майбутнє, поступки, мислі, може бути, також впливає ті события і то, яким було у нього дитинство. Якщо в трьох словах описати ваше дитинство, от не більше, три слова, яким воно було? Щасливе, насичене. Ну, какое? Не знаю, ну. Счастливое, я так поняла, что просто счастливое детство. Ну, оно насыщенное было разными событиями, оно было насыщено вообще во всех смыслах этого слова. И любовью, и нагрузкой, и всем. Поэтому, ну, тут... Я знаю, что вы очень занятый человек, и вас выдернуть, просто попить на чашечку кофе или чая очень сложно. Скажите, а в детстве была ли такая фул занятость, как сейчас? Да. Да? То есть это с детства все пошло? Да. Это родители вас нагружали или вы сами? Нет, хотели? Я сама. Сама? Ну, я записалась в музыкальную студию, записалась в дворец пионеров, на танцы ходила, одновременно ходила еще в трудовые резервы на плавание, занималась шахматами, ну, то есть уроки делала уже где-то там. Вы занимались шахматами? Да. С вами опасно играть какие-то игры. Ну, в общем-то, знаете, как у Губермана я учился часто и легко. Я любого знания глоток впитывал настолько глубоко, что уже никак найти его не мог. Ну, где-то так. Скажите, как начинается день у Надежды Ивановой? С чего? С подъема и утреннего кофе. С чашечки кофе? Обязательно. Вы готовите сама себе или, может быть, муж вам приносит в постель? Нет, я позже все гораздо бужу. У меня утренний релакс, я собираюсь с мыслями, пью кофе. Мне обязательно утром должно быть полчаса-час вот, погружение в себя, в полной работе. То есть нет такого, что вы поднялись и побежали? Нет, сначала тишина, а потом я побежала. А потом я готовлю на всех завтрак, собираю там школу, в садик и так далее. И бегу на планерку. Вы готовите всем завтраки с утра? Да, обязательно. Ну, я все-таки мама троих детей, ну, как бы неправильно. И муж все-таки, как бы, тоже, ну, старший ребенок. Поэтому, ну, вот, как бы, да, каждое утро. В 5 я встаю, в 6 я начинаю готовить завтрак. Скажите, а у вас маленький ребенок, 3 годика младшему, да? А вы как мама. Есть ли такое, что вот какой-то червячок вот так точит, что мало уделяете времени? Вот я почему спрашиваю, потому что я знаю, что это такое, когда он к тебе подходит и говорит: мама, ну сегодня же выходной, побудь, пожалуйста, дома. Точит червячок, точит, конечно. Я, ну, пытаюсь преобразовать там, ты сама себе так утешаешь, наверное, количество в качество проведенного с детьми времени. Ну, не все так, конечно. Ну, его бы сколько ни было, наверное, ему было бы мало. Потому что сейчас он растет, каждый день что-то новое выдает, каждый день чего-то такое рассказывает. Тем более он долгое время не хотел разговаривать, он только делал... Ну, то есть его все понимали без слов, ему не надо было. Какое-то время, ну вот с полгода назад, чуть больше, его прорвало. Он болтает все подряд, причем он сам себя поправляет. Он такие, ну, умничать уже начинает, уже первое выдает. Ну, то есть каждый день какие-то новые вещи, как, ну, можно мемуары писать. Я все время жалею, все время хочется записать куда-то в книжечку. Вот, ну вот как-то все не сяду. А вы спать укладываете его? Да. Обязательно, каждый вечер? Да. Он у меня еще грудной, поэтому, ну, не сяду.
А песенки поете? Да. А какую? Он про Юиську любит песенку. Там «Спи, елочка, бай-бай», да? В лесу родилась елочка. Ну, вот, или «Спи, елочка», ну, или колыбельные песни, ну, про котика на украинском мове, да? «Сіра киця милася», в них надивилася, да. Кошенят скликал. Ну, то есть такие, ну, репертуар может быть достаточно разнообразный, смотря сколько он не засыпает. Надежда, информация о программах, которых я смотрела о вас, что вас выгнали со школы, когда вы вышли замуж. Да, рано вышла. А сколько вам было, когда вы вышли замуж? 3 недели до 16 не хватало. А вашей дочери старше сколько сейчас? 19. А если она сейчас придет и скажет: «Мама, я выхожу замуж»? Не, ну я приму это, ну, обычно я не готова. Ну, я приму это как факт. Я понимаю, что я же 19, что уже как бы, да. Но я еще не готова. Вот молодая мама для меня звучит гораздо лучше, чем молодая бабушка. Я вот не готова ни тещей стать, ни... Ну, если так случится, то вы же понимаете, что я, ну, не скорректирую эти вещи, я понимаю. Главное, чтобы человек хороший, ну, случился. Конечно. А вашего мужа как семья восприняла? Отец и мама? Хорошо восприняли. Ну, мне вообще очень спокойно, мне золотая семья. Я вообще могу очень долго хвастаться отношениями своих родителей. По принципу, наверное, по подобию, чего, в общем-то, я строю свою семью, наверное, мы все сознательно или подсознательно, да, но за всю жизнь я не помню, что мои родители друг на друга голос повысили. Ну, не говоря о каких-то там других вещах. Ну, то есть, ну, как-то так. Если хочется ругаться, ляг поспи, и все пройдет. Это золотые слова. Скажите, я еще хочу вернуться к этому, не знаю, инциденту, случаю, как вас все-таки выгнали со школы. Это я поняла, что вышли замуж. Вы перевелись в вечернюю школу, и там уже доучились. Нет, я потом уже перевелась в вечернюю школу, доучилась, поступила в вуз, потом в следующий вуз уже. Было ли это для как-то для ваших подруг, для ваших сверстниц, то, что факт, что с вами произошло, как-то как позор. Но я представляю, сейчас, даже сейчас. Нет, сейчас мне там пишут преподаватели там, в Фейсбуке, вся 51-я, тобой гордится, тра-та-та. Ну, как бы... Вы вспоминаете это с грустью, с раздражением? Любые трудности закаляют. Ну, мне было неприятно, ну, я, как сказать, я в свое время нас так воспитывали, что мы же идеализировали преподавателей, да, то есть преподаватель, он не только читал предмет. Конечно, это я помню эту фразу, учитель для вас царь и бог. Царь и бог, да, то есть мы копировали поведение, мы, ну, как бы понимали, что все, что делает учитель, это правильно, это бралось за догму, да, и в тот прекрасный момент для меня что-то сломалось. В вашем восприятии учителя? Не, ну я поняла, что они тоже люди. Люди бывают разные. Вот царя и бога нет в виде учителя. Они абсолютно разные. Они живые, со своими комплексами, со своими за и против. Я к чему говорю потом? Не буду называть имен, когда вот в мое отсутствие, и, ну, девчонки же все равно мы общались, там проводили ликбезы на кшталт того, что вот все, замуж вышла, теперь жизнь закончена. Ну, конечно. Семейная строительная, все, да, все, да, все, замуж вышла, все, теперь носки, пирожки, все, все, рано постареет, ничего в жизни не увидит и все такое. Еще был у меня разговор с одной учительницей, она мне говорит, что вот, ну вот, наверное, у меня разговор, ты вот так рано замуж вышла, ты что, мол, ну вот так она подводила, мол, ты беременна или нет. А, ну, потом она тра-та-та-та-та-та, а мне муж немножко старше, она говорит, что вот он зарабатывает, ну, я восприняла ее вопрос про заработок, в том ракурсе, что вот это у нас действительно семья, мы не на шею мамы с папой, а он уже работает, и мы будем вести самостоятельно свой быт. Я говорю, да, он зарабатывает. Так что ты из-за денег замуж вышла? Как выкрутили. Да, и я стою и прямо задаю вопрос, а существует в жизни вообще две причины выйти замуж? Беременность и деньги? Третье вообще никак не дано. Мне это много, ты в жизни понимаешь. Вот я говорю о том, что как для меня открывались люди совершенно вот, других абсолютно сторон, да. Для меня объективно есть еще причины выйти замуж, кроме беременности и денег. Ну, а дальше как-то вот, а дальше вот закончила вечернюю, поступила, и дальше все, самостоятельно. Да, скажите, а работать. Предложение муж вам как делал? Это было романтично?
Ну вот, нет. Не было это прямо как-то так романтично. Или это как-то само собой, разумеется, было? Ну ладно, ну мы жили вместе год до свадьбы, мы к этому плавно пришли. То есть мне еще, знаете, как мне ситуация, когда мы вот просто жили, я училась на отлично, и никто не задавал вопросов, что мы живем в гражданском браке, да, ну как бы так, вместе, и ни у кого не было никаких вопросов, что мы вместе. А вот как только мы расписались и отгуляли свадьбу, то замужним женщинам в школе не место. Это страшно. Не, ну это еще тантара, та-та-та. Ну, как-то так. У вас есть младший брат. Да. Мужчина, казалось бы, но он не директор предприятия. Ну, он для меня как старший ребенок. Ну, казалось бы, если, ну, насколько я знаю, семейный бизнес, золотой колос, отец, вы. А почему не мужчина? Наша патриархальная страна, а тут женщина. Ну, так оно сложилось, я же старше. Ну, как-то так сложилось, и как-то Артем всегда был при мне, и он привык быть со мной, он надежный, он такой некое себе плечо рядом, он помогает. Он не комплексует, что вот я мужик, а я вот... Нет, он мужик, он лидер в своей семье, перед своей женой, своим ребенком и так далее. Но пальмы первенства в бизнесе, вы же понимаете, что это еще и ответственность. Mm-hmm. Ну вот называться, ну можно, ну как угодно, да, там должность. Для меня нет проблемы, ну поменять там штатное расписание, там вписать, перерегистрировать. Но руководитель — это не только права, это еще обязанности, огромнейшая ответственность за тех людей, которые за тебя, за детей стоят. Ну, ему, наверное, все-таки удобнее так. Вам было 24 года, когда вы стали директором предприятия. Вы как, шли к этому или вот неожиданно вас поставили перед фактом? Не, ну они меня же со школы выгнали. Лучше в школу пойти. Да, поэтому... Только директор. 95-го года я стартанула по своей карьере. Ну, это с 95-го до 2003-го я росла потихонечку, причем это методом проб и ошибок, это и менеджерская деятельность, это... Я себя готовила в юристы, если честно, я там делала договора, претензии, там, тра-та-та-та-та-та. Я все вспоминаю, как меня папа постоянно там, я тебе свои мозги не вставлю, я впадала... Ну, эту фразу это все родители говорят. Да, я впадала в... И теперь я то же самое могу говорить. Вот, я иногда так в шутку это повторяю, но как бы это, конечно, наши такие, ну, шутливые поиски. Ну, а когда-то меня жутко мотивировало. Ну, меня воспитывали, чтобы было понятно, если после пятерки минус, значит, ты не доработала, значит, ты поленилась. Потому что получается, вы говорили вначале, что вас очень любили, и счастливое детство, и одновременно... Ликбез. Вот тогда не ходи в школу. Тогда все. Тогда вот брось школу и не ходи. Либо ты лидер, либо ты первая, либо можешь не ходить вообще, не учиться, вообще бросай это грязное дело. Это жестко. Вообще школа такая. Ну, это папа, да. Вы получили орден княгини Ольги. Да, в 2008 году. Для вас это что? Это награда, это признание, это самолюбие потешить. Что это вообще значение? Она у вас стоит где-то? Что, в виде чего это? Сгорел. Ну, это правда надо восстановить. Для меня это, ну, я не знаю. Я объективно понимаю, что я в раннем возрасте его получила. Как бы люди идут более долгие годы к этому моменту. Но, с другой стороны, некоторые всю жизнь вяло плывут по течению. Ну, не то чтобы... Ну, это важно для вас награда? Конечно. Я знаю, что некоторые суммы озвучили, что в год около 1 000 000 гривен вы тратите на благотворительность. Да, я сама в шоке была, когда считали. Скажите, оно мелочами складывается просто. Ну, к сожалению, наверное, к счастью, у меня нет какого-то такого огромнючего проекта, да, который бы я сделала. Хотя объективно, когда начала считать, я поняла, что, ой, наверное, надо было бы вот это вот не распыляться, а сделать какой-то там проект, да, который бы там видно пощупать.
А з другої сторони, от я перечитала всі звернення по мелочам, які. А как вообще это происходит? Вот вы находите людей, которые сами, которые нужны? Я никого не нахожу, они меня сами все находят. И у меня уже доходит иногда до абсурда. Типа 1 января, 7 утра, звонит женщина с полигона, 91 год, ветеран. Начинает мне говорить, что у нее так болит глаз, что она нуждается в операции. Тогда начинает мне много всего рассказывать. Она звонит вам на мобильный, ваш личный номер? Да, на мой личный. Нет, он вообще общедоступен, он есть в куче газет, но то есть это не проблема. Мне пишут письма со всей области, но был совет у меня, аппарат уже, это никогда не было такого количества пишут. Со всей области, но это не мой округ. Чтобы вы понимали, вот люди звонят, но полигон тоже не мой округ, но дело не в округе. Я когда узнала, что я миллион потратила на волонтуре, я вообще не думала, что я столько зарабатываю. Касательно благотворительности, вашей помощи АТО, говорят, что женщина не должна заглядывать в лицо войны. Но как-то так у нас в стране получается, что, ну, я не могу сказать, что женщины самые активные, но они точно в авангарде не стоят. Я не заглядывать в лицо войны. Чтобы это не касалось. То есть женщина, вот мужчины пускай. Такого не бывает. Женщина всегда, во-первых, надежный тыл такой себе, и не только тыл. Женщины никогда не после задних, ну, не в одни из вооруженных конфликтов. Вон у меня в Каларово бабушка живет, живая зенитчица. Ее там с третьего раза брали на фронт, она еще при памяти очень интересная. Ванька Алексеевна. Ну, то есть, ну, я знаю 12 женщин, которые там и активные партизанское движение, подпольщицы и так далее. Ну, и сейчас современные женщины тоже, ну, я понимаю, что женщина все равно заглянет. Даже если она не поедет на фронт, это мужья, это сыновья, это родственники, близкие и так далее. И, ну, у женщин больше развита способность, наверное, сострадать, сопереживать. Поэтому, как существо, которое дает жизнь. Да, поэтому, наверное, в этом смысле женщины более надежные по сути своей, и они больше сострадают. Волонтеров я все-таки знаю больше женщин. Мужчин, конечно, тоже очень много. Но в основном волонтерствуют мужчины, скажу тебе, которые побывали там. И они же помогают своим ребятам, своим бригадам, возвращаются и так далее. Женщины, когда едут, они с теми созвонились, у них там такой маршрут, у них там вот всем по дороге, надо всем все наделить. Я знаю просто даже, как они раскладывают. Это этим. Вот просто вот на кучки, на это. А те ребята еще просили то, эти ребята просили еще то. Ну, то есть. Скажите, вы личность у нас довольно известная. Помимо того, что вы депутат, меценат, помогаете, в некоторых иногда проскальзывают публикации, где вас не с очень хорошей стороны журналисты выставляют. Там, касательно перед выборами, во время выборов, что Иванова раздает гречку. Иванова ее 10, ой, уже не 10, уже, я не помню, сколько директорства, наверное, с 2003-го столько я раздаю. Пайки – это кредо, это меня воспитывали, у меня папа вырос в бедной семье, поэтому он мне учил, что есть такие вещи, как вот продукты питания, да, лекарства, ну, какие-то вещи, ну, не вещи роскоши, да, это необходимые вещи. Поэтому поделиться. Делиться всегда нужно, да. Есть вещи, как, ну, есть свои приметы такие народные, где надо споймать бомжа, ему денег дать. Ну да, на удачу. Ну, я имею в виду, знаете, а не обидно такое читать про себя? Что вроде стараешься... Все пиар, кроме некролога. Первое время было обидно, до слез обидно. Собака лает, караван идет. Есть те, кто обсуждает, что плохо я делаю, а есть те люди, которые вот... Те, кто обсуждает, зачастую я им говорю, вы купите что-нибудь, неважно что. Там, гречку, сахар, сало, неважно. За свои пойдите, увидите бабушку, которая нуждается, просто пойдите, купите, пойдите, молочки, там, что угодно. Пойдите и просто дайте, и загляните в ее глаза. Все, больше ничего не надо.
Как муж относится к вашей такой активной деятельности? Он не хотел вас иногда, вот не хочет, но просто закрыть, чтобы вы посидели? Да, он мне иногда говорит, я тебе ногу сломаю. Чтобы ты сидела дома, я говорю, ты не угадал, я с поломанной ногой все равно выпухаюсь, говорю. Я почему-то вам верю. Не, ну меня это не удержит. Как бы ни рука, ни нога, поэтому такие его угрозы. Я тебе сломаю ногу, ты будешь дома сидеть. Я говорю, ну и дальше что? Да? Во-первых, я не буду дома сидеть. А смогли бы дома сидеть? Не, ну я периодически философствую на эту тему, конечно. Говорю, вот как было бы классно, я бы сидела дома, пекла пироги. Не, я пеку пироги на досуге, да, иногда ночью могу это делать. Когда вот мне очень захочется там пирога с вишней, могу в 3 часа ночи его испечь, меня не удержит. Но вязать крючком, да, вышивать бисером, я все это умею. Я могла бы сидеть дома, быть отличной хозяйкой. Но я понимаю, что я через 2 дня мне станет скучно. Мне нужен темп другой. Скажите, вы депутат облсовета уже сколько? Уже год и 1,5 месяца. Ну, с декабря. У вас что-то поменялось как-то, вот как депутатом? Я больше тратить на благотворительность. Ну теперь же на мне, если то я делала все вот для всех, вот это было просто, вот чисто, то теперь я почему-то всем оказалась обязана, мне же самое интересное, уже как депутат. Нет, ну скажу, что много всего интересного в жизни прибавилось. Я вот, например, я с удовольствием, мне говорят, о, первая там глава комиссии по культуре, которая там сходила, там побывала там в музеях, в запасниках, там все областные законы, ну почти все областные заклады, а мне как было интересно, я передать не могу, побывать за кулисами театра, посмотреть вот, ну, вот такую кухню, да, театров, там гримерки, как они делают парики, как они шьют, как они, как мастерскую в куклах, как они делают это, эти куклы. Ну, конечно, все проблемы мне показали, там с текущими подвалами, там рушащимися стенами, там крышами и все остальное, но не без этого. Ну, очень интересно, очень творчески, очень много у меня появилось как бы разносторонних новых знакомств, очень хороших, интересных людей, очень много событий в моей жизни. Я считаю, что я обогащаюсь. Отношения с мужем у вас какие? Теплые. Какие отношения с мужем? Какие отношения с мужем? Он делает вам подарки? Есть ли какая-то вот романтика? Или уже все вот как родной человечек стал? Не как родной. Ну, прожить больше 20 лет, родить 3 детей, ну, конечно, родной. Ну, присутствует момент, когда он мне может просто выдернуть там на кофе. Приехали вдвоем, попьем кофе. Ну, конечно, он, если я жаворонок, то он сова, да, на 8 марта я там встаю, что-нибудь делаю, потом ложусь, потому что он гораздо больше просыпается, и жду, когда он мне кофе в постель принесет. Ну, как-то так. Игорек у меня хороший, он очень спокойный. Иногда мне даже немножко вот, ну, темпоритмы у нас абсолютно разные. И думаю, что мы этим дополняем друг друга, потому что он очень ровный, он очень спокойный, он такой рассудительный, даже слишком долго думает. Я не так долго думаю, как он. Вот. Ну, я думаю, что мы с ним друг друга этим дополняем. И вот когда вы говорили про воспитание и про балуешь, у нас есть папа, который мне там рассказывает, балуешь детей, все такое. Ну, это правильно, кто-то должен быть один там, а второй должен быть как папа. Вы хотите еще детей? Нет, все. Я рожаю каждые 8 лет, еще через 5 я, скорее всего, уже буду бабушкой. Поэтому нет, я не хочу, чтобы тетя или дядя были старше племянников, младше, точнее, племянников. Завершая разговор, вернемся еще раз к вашему детству. Какое, может быть, самое яркое событие, что-то случилось, что вот повлияло на то, что Надежда Иванова стала такой, как она сейчас? Из ярких событий своей жизни, ну, таких, над которыми я задумалась и с которыми иду по жизни, это когда-то я собиралась бросать музыкальную школу. Васильева Ирина Николаевна, преподаватель по специальности, она достаточно такая жесткая, резкая. Она тогда меня так посадила, тет-а-тет, и провела со мной беседу. Такую серьезную достаточно, но я почему-то запомнила. Она беседовала на ту тему со мной, что за что бы ты в жизни не бралась, ты подумай перед этим. Если ты уже взялась за что-то, доводи дело до конца, во что бы то ни стало. Вот чтобы вот на пути вот не было какие другие мотивировки, ты прежде чем
вступить на тропу, должна подумать. Если ты уже ввязалась, будет, его надо выигрывать. Ну, ты какие-то... Это стало вашим девизом по жизни? Ну, вот, наверное, ну, вот... Мне, у меня много девизов по жизни, там, с деньгами дурак сможет, а ты без денег смоги, там, если есть желание, есть 1000 способов, если нет желания, есть 1000 проблем. То есть, ну, таки, у меня много таких поговорок, которые я в жизни использую, которыми действует. Да, одно, второе, мне со школы выгнали, мне всем хотелось очень сильно доказать, что это не семейный строительный, жизнь для меня абсолютно не закончена, что я могу состояться. И потом в школу тихенько подбрасывала статьи, когда получила орден. Да, ну, как бы, сегодня, ну, я гордо пришла на 40-летие собственной школы, да. Я пришла, будучи с 2 высшими образованиями, будучи кандидатом наук, орденоносной, собственным предприятием, еще депутатом облсовета и главой комиссии по культуре, пришла в школу свою родную поздравлять, с которой меня турнули. Ну, красиво? Очень. Ну, оно того стоило. Ну, ну, это ряд каких-то моментов, когда я действительно повзрослела. Из этого можно складывать какие-то, ну, какие-то вот такие маленькие, такие, или не очень маленькие, но такие действенные такие крючки-мотиваторы. Ну, не знаю, может, кто-то спокойно такие вещи смотрит, а я не могу, мне надо что-то всем доказать, что-то обратное, что-то, ну, что-то другое. Спасибо за разговор, было безумно приятно с вами пообщаться сейчас вечером, попить чашечку чая и, конечно, оставайтесь такой, как есть. Спасибо.